что она искренне. Считается, что тебе грехи прощены. Есть ли такое? Да, мусульманство есть. Это между тем человеком и Аллахом. Да. Никуда не надо идти. Можно просто попросить прощения у Аллаха. Да, что... То есть последний каминь. Да. Normalde bu parçalar bir gün sonra takılır ama biz göstermek amaçlı erken takıyoruz. Когда это делается, они должны сушиться один день, потом клеить их, а он, чтобы для показа, сразу приклеит. Это там, где дырочки пробиты, да? А чем он их пробивал, я просил? Мелиоровал еще деревья. У нас чубука дедят. А, проволочка, да? Нет. И не ли делиорус. Так а это потом придется ликвидировать, да? Если оно. Нет. А для показа это надо. А то, что вот глина была в деле, она там годится или уже нет? Нет, годится. Почему? Если хранить их в пакетике, то годится. Я не шанна вас, да? Вы кулпумыс? Да, ладно, ваш кальчик. Он сразу сказал, подожди, бегте. Я ваш овощ. Я ваш овощ. Так если это символ Каппадокии, есть где-то памятник? Да, больше покажу. Есть. Вы еще не все видели. Все реально есть? Смысл? Конечно. То, что он только что слепил, есть такие. Мы же говорили про с детьми. Ну, мало. Нет. Вы скажете, где я сфотографирую. Это везде в Каппадокии так. Нет, ну то, что в туристических лавках мы имеем в виду памятник. Есть такой? А, да. Это завтра утром покажу. На шары пойдем. Нет, после шаров, когда после завтрака. Как там чай делают? Да вот, до начала было такое, шары, что мы растут. Заставляли женихов в это время лепить чайники, сахарницы, то что с крышками, да? Короче, не копаем за то, что эвленные как казанные. Если говорить, сейчас крышка подойдет, то можно жениться. Но говорит, до сих пор у него не было, не подходило крышки, поэтому он не женат. Так, а ну вот уджак был копак. Как вы думаете, подойдет крышка? Подойдет? Нет. Как? Меньше. Ну, подойдите, говорит. Я. Подойдет? Окей. Я вам эвленмек стен? Есть, кто хочет замуж. Да. А, мне замуж. Идемте, вы хотите полепить? Да, конечно. Еще надо видеть символ ятра.